всего ворона слышит, меня слышит. Видеть нас не видел. Катались с вороном полтора часа, видели трех штук. От нас выскочили две косы. И кослик тоже вроде молодой. И потом видели по полю 400 метров от нас козел за косой бежал. Бежали куда-то враги к ворону. Тут вот возле куста ворон стоит. Пока отключусь. Ну, козёл хоть и молодой, но ему уже охота. 25 метров они мимо меня пробежали. Козу увидел сразу за ней. Пытаюсь найти светлячка. Или не знаю, как он правильно по-научному называется. Камера, наверное, не сфокусируется. Я называю их светлячки. Ярко-ярко загораются. Вот где-то сейчас тут рядышком один засветился. И не видать. Притоился. Время уже, в общем, 10 часов. Темнотища. Ох, вот он куда-то еще светанулся и опять не видать. Видели с вороном, в общем, еще двух лосят. Или сидели они, вернее стояли, паслись, либо лежали в кустах. Увидел их ворон первый, 20 метров они оказались сбоку. Напугался, дернулся в сторону. Я одного видел, стоял. Камеру включил, она вообще не видит, уже темно. И, в общем, когда потом побежал, 5 минут стоял, наверное. Ворон на него смотрел, он на нас. Я уже потом начал настройки. В настройках вспышку искать. Вспышка у меня отключена. И вот 5 минут он стоял. И потом побежал. И следом за ним второй из кустов выскочил. Вот так вот. Блин, светится еще в стороне. Вот, не знаю. Блин. Погас опять. Сейчас попытаюсь вспышку включить и вспышкой будем искать. В общем, если я правильно определил, вот эта вот штукенция светится. Не знаю, какое именно место у нее светится.
Ну, я понял, что это. Вот, в общем, светится у него жопка. Я попытаюсь посадить. Но вспышка, видимо, перекрывает. Вон, на руке сейчас он включался. Не так ярко. Куда-то спрятался. Не так, в общем, ярко горел, вот как по лесу едешь. Прям как светодиод горит. Ну, включался.